плані CST-120. Машина 2004 года випуска і з пробігом 800 тисяч кілометрів. А от тепер поговоримо про американську техніку взагалі і надіжності в частності. І американських грузовиках конкретно. Я как старый американовод, а американовод я со стажем 10-летним, потому как в 97 году в первый раз ездил в Америку, в 98 купил себе первый американский автомобиль, до сих пор на нем езжу, и прикупил еще и не один америкос. Так вот, я вам так скажу, что мы, конечно, можем долго ощущать для себя последствия той самой холодной войны. Но объективно все ради надо сказать. Все-таки есть и в российской технике преимущества, есть и в европейской технике преимущества, и неоспоримые преимущества американских автомобилей. Как то? Ну, давайте теперь по полочкам по порядку разложим. Ни для кого уже не секрет, что именно благодаря американской технике, той самой надежной и тем самым студебекерам, мы и выиграли Великую Отечественную войну. Эти машины продолжали и еще долго служить, и незаслуженно, опять же, после начала холодной войны, мы разругались с Америкой. То же самое, что касается авиации. Да, у нас очень хорошие планера, великолепное летное качество, но двигатели не отличаются экономичностью и долговечностью. И поэтому даже на первых истребителях, Мигарях, ставились английские, кстати, двигатели Rolls-Royce. Поэтому всеобщая глобализация должна была нас рано или поздно затронуть. Вот она и затронула. И когда мы поняли, что даже благодаря круто распиаренному сериалу «Дальнобойщики» КАМАЗ и МАЗ никогда не составят конкуренции, мы начали пристально вглядываться в американский автопром. И вот здесь и сейчас на службе у стран, в которых территория – это как минимум 10 территорий Европы, вот там работают, нет, не Министерство путей сообщения, а серьезные грузовики. Но это да, Колумбия. А теперь про Россию. Уж поверьте мне, и Россия, и Беларусь уже научились делать такие же. Но наконец-то хоть думать о водителях научились. Что касается наших капотников. Ну, для Минска все было сложно, там только головастики делались. Но сейчас сделали МАЗ-6440. Круто! И для водителей тоже. Дай бог, чтобы таких стало больше. Теперь Урал. Рядом, в принципе. И Урал 6464 тоже капотник. Урал, по сути, и был капотником. Но, наконец-то, и о тех, кто в руле, начали заботиться. Жалко, но такого я пока не пробовал то. Почему КАМАЗ такие вещи не делает, непонятно. Хотя я объясню. Россия ни хрена не маленькая держава. Мягко говоря, самая крупная. Ну что же вы так-то? Это не Европа и далеко не Япония. У вас есть пример, так что делайте, господа, чтобы наши водители также отдыхали и в салоне в том числе.